Друзья! Галечу поудержите! Опа, круто! Это резать, а он какой-то тупой. Тупой он? Да нет, нормально. Смотря для чего. Так, с какой стороны это говорит? Нет, нет. Почему? Потому что у меня этот профиль лучше. Опа. Профайл. Первый раз слышал у вас. Ой, ты классно. У меня тоже этот профиль лучше. Ух ты, классно. Что это тоже странно? Чтобы урожай был хороший, надо принести в жертву девственницу. Если ты нас девственницу... Ой, хороша водица. Ну, много ли у тебя там этих, денег? Ну погромче. Чё так тихо? Бедный, бедный Юрий. Быть или не быть? Вот в чём вопрос. Я загребала твои меха здесь ещё, мне, блин, испортили. Туби. Что там изучаешь с той стороны анатомии? Его надо более серьёзно. Вот. Блин. Граф Полиграфович. Колдуй. Теперь колдовал. Колдуй. Да, будет и урожай, и скот, и рожь уродится, и... И что? Меня? Я же верховный жрец, как меня можно... Какая дорога? Ну, где-то дорога в то время. Так, тракт, проезжий. Вот оно где, оказывается. Бесовская царство. Бесовская, это сила. Я думаю, что вы должны картировать, а мне надо смешить. Вы выводите меня из роли. У меня все по Станиславскому, понимаешь? Ну, продолжай, сахатый. Какой же я сахатый? Если я горбатый. Батюшка обещал мне, олень приносит на весы. Так он семена привез. Вот настал настоящий золотой час. Вот сейчас. Все, золотой час. Так, все. Ой, Юля, классно. Юля, пошла на меня. Пошла. Пошли вдвоем на меня, шаман и Юля. Все втроем пошли, пошли, пошли. Тра-ля-ля, пошли. Юля, только твой этот, блин, Жорик этот. Ой, это зеленая корзинка, блин, вообще не кстати. Какой такой Жорик? Какой Жорик? Кто такой Жорик? Кто за Жорик?